Поправки в бюджет Твери внесли депутаты на очередном заседании городского парламента. Средства из казны планируется рационально перераспределить на решение текущих неотложных проблем муниципалитета. Подробности далее. Изменения в бюджет связаны с неналоговыми поступлениями и межбюджетными трансфертами. Так, увеличены расходы на зарплату работникам муниципальных учреждений образования. Дополнительные деньги выделены на капремонт в школе номер 15. На территории учебного заведения планируется сделать футбольное мини-поле. Выделены средства на ремонт внутренних проездов и тротуаров по улице 1 Суворова. Как благоустраиваются дороги наши, также будут благоустраиваться дворовые территории в рамках помощи местным инициативам, значит, те софинансирования как жильцов домов, так и бюджетное финансирование будут проводиться дороги. Одно из решений, которое поддержали депутаты – поправки в правила благоустройства города. Один из разделов дополняется требованием к собственникам автомобиля освобождать придомовую территорию от транспортного средства в сроки, предусмотренные уведомлением. Их будут рассылать управляющие организации для уборки двора. Вопрос злободневный, потому что жители жалуются, что территории не убираются. И это связано с тем, что заставлены частным транспортом, заставлены и техника, невозможно ей убрать территории. Мы приняли решение для того, чтобы возможно было наказывать тех, кто занимает общественные вот эти пространства и препятствует уборке дворовых территорий. Также в правилах будет прописана обязанность управляющих организаций уведомлять жильцов о сроках, на которые нужно будет переместить транспортное средство с придомовой территории. Для автомобилистов, чья машина будет мешать проводить уборку, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Это и другие законодательные инициативы направлены на то, чтобы сделать жизнь горожан комфортнее и удобнее.